Во дворах многоэтажек продолжается ремонт дорог. Пока асфальтирование внутридворовых территорий происходит в центральной части города. Во дворе 8-го дома на Куйбышевском проезде строители принялись за подготовку грунта под новое покрытие. Сейчас здесь работают только тракторы, но как только поверхность подготовят, приступят к укладке асфальта. Совсем скоро ремонтировать дорогу будут во дворах на улице Пушкина, Куйбышева и на Куйбышевском проезде.